Компания Arturia выпустила компактный функциональный MIDI-контроллер, назвала его MiniLab MK2, разместила в бюджетный сегмент, и компания сотворила хит. Девайс стал пользоваться популярностью не только среди новичков и студийных музыкантов, но также и среди профессиональных гастролирующих клавишников. Небольшие размеры, широкий функционал и чувствительные к скорости нажатия клавиши сделали свое дело, и контроллер стал очень востребован. Хорошим бонусом при покупке стали три программных инструмента – Anella Club, Ableton Live Lite и Grand Piano. Итак, давайте начинать разбираться с Arturia MiniLab MK2. Контроллер представлен в черном и белом цветах и имеет просто потрясающий дизайн. MIDI-клавиатура Arturia MiniLab MK2 – это компактный, но при этом функциональный контроллер, снабженный 25 чувствительными к скорости нажатия клавишами, 16 энкодерами, два из которых нажимные, разъемом для сустейн-педали, который можно переназначить на различные другие действия или эффекты, и слотом безопасности. Кроме того, для настройки и управления функциями на лицевой панели MiniLab MK2 расположены 8 пэдов с RGB-подсветкой, они также чувствительны к скорости нажатия, и 2 тачпада, pitch-bend и модуляция. Как в черной, так и в белой моделях, корпус матовый при глянцевых клавишах. Перед нами MIDI Control Center. В верхнем левом углу отображается наш подключенный девайс. Ниже информация о прошивке и возможности ее апгрейда. Еще ниже — память. Здесь мы можем назначать на крутилке MiniLab или, например, на Sustain педаль любую из доступных функций. Как это делается? Крутим на нашем контроллере любую из ручек. Как видите, в MIDI Control Center отобразилась третья ручка. Именно ее я и крутил. Теперь перемещаемся в эту вот вкладку и выбираем любое из предложенных действий. Аналогично поступаем и с Sustain педалью. Меню программы интуитивно понятно и в принципе не составит труда разобраться. Бегло пробежимся по интерфейсу. В левой колонке у нас расположились папки с синтезаторами, пианино, органами, а также режим мульти, в котором мы можем совмещать два инструмента в один. Под каждой из папок расположена вкладка с доступными инструментами. Под ними типы инструментов, которые находятся в этих вкладках. Например, здесь у нас есть бас, духовые, клавиши, лиды, органы и так далее. Еще ниже стили, в которых это все можно использовать. А еще ниже банки. В центре у нас перечень пресетов на выбранный инструмент. И справа у нас, собственно, сам инструмент. Для того, чтобы его как-то изменить или переназначить функцию, следует нажать на вот этот вот карандашик, который позволяет нам перейти в меню инструмента, и отредактировать нужный нам параметр по тому же принципу, как мы делали в MIDI Control Center. Данный режим позволяет совмещать в одном инструменте сразу два. Выбираем пресет. Например, самый распространенный — пианино и струнный подклад. Обратите внимание на три вкладки под списком пресетов. Part 1, Part 2, и Live Mixer. Нажимаем на клавиатуре кнопку Pad и тремя крайними пэдами переключаемся между этими тремя вкладками. Нажимаем на первый пэд, открывается Part 1, и мы видим, что этот раздел отвечает за первый инструмент режима мульти. И все клавиши и крутилочки отвечают за первый инструмент режима мульти. Нажимаем второй пэд, открывается Part 2, и теперь все клавиши и крутилки отвечают за второй инструмент режима мульти. Нажимаем на Live и видим, что здесь можно регулировать основные параметры двух инструментов сразу, такие как разброс по панораме, громкость каждого по отношению друг к другу и их обработку. Давайте посмотрим, как это работает. Если вы хотите изменить один из инструментов в режиме мульти, то нажимаем на этот инструмент справа в Anella Club, а затем выбираем среди пресетов нужный нам звук. Аналогично и с первым инструментом. Для того, чтобы изменить настройки одного из синтезаторов режима мульти, нажимаем Live, затем убираем громкость одного из синтов и переходим во вкладку синтезатора, который хотим изменить. И здесь уже крутилками регулируем либо изменяем нужные нам параметры. Контроллер Arturia совместим с любым звуковым редактором. В комплекте с девайсом идет Ableton Live Lite. Давайте на его примере увидим, как контроллер прекрасно сочетается со сторонними редакторами. Открываем Ableton. Смотрим в верхний правый угол и видим, что при нажатии на клавиши контроллера загорается желтый квадратик. Это значит, что программа Ableton видит MIDI-сигналы контроллера. На дорожке MIDI выбираем в разделе In прием сигнала с Arturia. И теперь можем назначать на эту дорожку любой другой синтезатор. Например, пусть это будет Massive. Видим, что все работает. Если мы хотим создавать партии ударных инструментов на пэдах контроллера, то в Ableton перетаскиваем Drum Rack на дорожку MIDI,
Сигнал принимаем с контроллера Артурия, бьем по педам контроллера, чтобы понять, в какой октаве драмрека отображаются педы, а затем на активные педы драмрека перетаскиваем звуки барабанов, которые хотим мы использовать, и играем. Также на педы можно назначить другие команды, вроде воспроизведения, остановки, старта записи и многого другого. Для этого нажимаем кнопку MIDI в Ableton, нажимаем на действие в Ableton, которое хотим назначить на пед, а затем нажимаем на сам пед. Слева видим, что данное действие вступает в силу при нажатии на данный пэд. Аналогично поступаем и с крутилками. Жмем MIDI в Ableton, жмем на регулятор в Ableton, которым хотим управлять, затем крутим ноб и видим, что теперь крутилка контроллера отвечает за добавление, уменьшение уровня громкости малого барабана в драм-реке. Также можно назначить на дорожку MIDI инструмент вроде Easy Drummer, и пэды автоматически будут видеть все необходимые барабаны и тарелки. Как видим, девайс вполне оправданно стал пользоваться популярностью не только среди новичков и студийных музыкантов, но также и среди гастролирующих клавишников. При размере с ноутбук он обладает невероятным функционалом, а вкупе с таким мощным инструментом, как Ableton Live, он дает широчайшие возможности как при работе в студии, так и на сцене. Также такой девайс, несомненно, будет полезен начинающим музыкантам и композиторам. Ну а с вами был Игорь Чили, ставьте лайки, колокольчики, подписки, все как обычно. Ну а мы постараемся регулярно рассказывать вам о новинках в мире музыки и о музыкальных инструментах. Всем мини-лап, пока!